Весной поклонники певицы Максим беспокоились о ее здоровье из-за пугающих видео с концертов, где исполнительница с трудом стояла на ногах. Тогда девушка была вынуждена приостановить гастроли. И вот недавно пользователи сети увидели неожиданное и откровенное интервью, в котором она решила раскрыть всю правду о себе. Певица призналась, что пристрастие к алкоголю у нее появилось из-за напряженных отношений с возлюбленным. Справиться с недугом артистке помогли родные и друзья, которые вовремя оказали ей поддержку и нашли хорошую клинику. Однако настоящая трагедия чуть не случилась со старшей дочерью Максим. Оказалось, что пока певица находилась несколько месяцев в коме из-за коронавируса, знакомые пытались взять ребенка под опеку, чтобы заполучить имущество звезды. Такое предательство близких только сплотило маму с дочерью. Сейчас Максим уверенно заявляет, что прочно избавилась от пагубной привычки и планирует готовить большой сольный концерт. Благодаря силе воли и заботе близких она чувствует себя отлично и готова жить и работать ради любимых дочерей.